Вообще-то зовут его Юрий Геннадьевич, и он приличный молодой человек с дипломом экономиста. Но все это где-то в параллельной реальности. У нас он одуванчик в клетчатой рубашке Валентин Стрыкало из села Бурильцево Житомирской области. Валюша всплыл на поверхности из неведомых пучин великого мирового интернета. Почему так много просмотров в социальных сетях? Чем он так цепляет? Что в нем такого и что он вообще такого говорит? Известным Стрыкало сделал вокальное обращение к Билану. На YouTube его посмотрело более 1,5 миллиона человек, а Валя превратился в реальную звезду. С тех пор его даже на Первом канале показывали. Один раз. Я ухожу, к другому его зовут Рустем. Он КМС по боксу и бизнесмен. У нас артистов много, и странных артистов еще больше. И про каждого можно что-то спеть. И вот он может превратиться или в человека одной песни, или он может стать таким правдорубом, который будет петь и смешно, и грустно о наших всех звездах российской эстрады. Чем-то он действительно, не знаю, удивляет. Может быть, люди видят в нем какую-то свою собственную нереализованность. То есть вот хотелось бы так сказать, да? Мама, я гей. Ну, говорят, он теперь живет с Димой Биланом. Ходят такие слухи, хотя я не верю в это. Больше всего на свете Стрыкало любит записывать обращения к нашим популярным исполнителям, типа Тимати или Потапа и Насти. Еще он прикидывается таким пришибленным прыщавым за***ом чудаком, но мы его сразу раскусили. Фриком Валентин становится, только надевая клетчатую рубашку перед камерой. И вот он может спиться на этой почве. Или стать геем. Одно из двух. Сейчас юное дарование трудится над записью своего первого альбома. Ждем с нетерпением. А пока, ну-ка, затянем дружно. Талантливый Валентин Стрыкало сегодня на 7-м месте хит-парада главных фриков отечественного шоу-биза.